В октябре прошлого года после проведения аварийных работ в районе дома микрорайон 13 была нарушена целостность дорожного полотна, что привело к образованию ямы. Водители, объезжая преграду, вынуждены заезжать на встречную полосу. По данному участку дороги нанесена двойная сплошная полоса, которую пересекают водители. Как заверили специалисты, опасных маневров скоро можно будет избежать. К вопросу о производстве земляных работ МУП КБУ и восстановительным работам после проведения аварийных мероприятий по устранению аварий, данный вопрос был поднят на заседании комиссии по ПДД, которая состоялась 13 числа. По заверениям руководства МУП КБУ, до 1 сентября на основных магистралях они запланировали восстановительные работы, в том числе улица Лунная в районе дома микрорайон 13. По информации руководителя КБУ, у них заключен контракт, который они должны закрыть до 1 сентября текущего года. Вот уже почти год водители ждут восстановления данного дорожного участка, а тем временем пересечение двойной сплошной строго запрещает закон. В соответствии со статьей КУАП 12.15 пункт 3 водители рискуют получить административный штраф в размере от 1 до 1500 рублей.